Время для забавы или все же для того, чтобы уделить внимание своему здоровью? Впереди нас ждет целая нерабочая неделя. И тут возникает вопрос, чем же заняться? Пойти на прогулку, вооружившись перчатками и шапкой, или же, напротив, остаться дома за просмотром любимого фильма? А вот подробнее о своем досуге расскажут сами ульяновцы. У нас дети, поэтому мы будем, как всегда, все дело заниматься детьми. Гулять на улице, в парке. А может быть, кино смотреть, какие-то игры настольные с детишками? 100%. Мы вообще-то можно заходим в парке, и так можно делаем отметка. И тоже с друзьями прогуляемся так. А вот здоровье, как укрепляете свое сейчас? Здорово, отлично. Погода хорошая. Да, прохладно немножко, но хорошая тоже. Работать? Да, работаю без выходных. А вот по вечерам, может, чтобы хоть как-то разгрузиться? Читать книжки? На свежем воздухе. Есть теннисный стол, будем в теннис играть. Бань топить. И как свое здоровье укрепляете? Витаминами. Проходки ежедневные. Травяные чаи, чеснок. Чем буду заниматься? С документацией работать, что сейчас и делаю. Мы очень много занимаемся детьми. И куча дел, чем можно заняться вместе с детьми. Ну, может, свяжу мочалку еще одну. На фильме времени нету, работы много. А будете отдыхать все-таки или работать? Будет время, прогуляться можно будет, но время работы. Чем будете заниматься? Ну, как чем? Отдыхать. Поеду за город, в лес. Возможно, там грибы еще остались. Нет, никуда не поедем. Профилактикой здоровья будем заниматься, побольше гулять. А сами чем будете заниматься? А что нам на пенсии делать? Лечиться будем? Гулять будем. Делами. Какими? Не знаю.